с того переплываю. Ну, бывает, три раза переплыву. Я Бабкин Петр Васильевич, директор ЧАЭСП «Маяк». Мне 73 года. Организовал предприятие в 97 году. И в настоящее время у меня в основном сын занимается хозяйственной всей деятельностью. Я занимаюсь разными вопросами денежными, там, договора. Я просыпаюсь. Знаете, я вот привык 5:30. По-домашнему тут что-то тут сделаешь, зарядочка. У меня там велосипед, и все. Я езжу до Тополей, до Савина бывает, здание сельхозхимии. Там я по полям выезжаю, аж заправку туда, и по трассе я езжу. 2-3 раза в неделю на велосипеде езжу, а то кросс. Ну, я еще и плаванием занимаюсь, по-разному. Пару раз того переплываю, бывает, 3 раза переплыву. В неделю 2-3 раза, когда тепло, занимаюсь. Я отдыхаю, вот, если занимаюсь, мне эта душа как-то... Я уже привык, то аж рассказываю детям. И всем, что давайте, Саша, говорю, давай, давай я в обед. В обед прихожу, я говорю, Саша, да в обед нет, надо сейчас, говорю, с утра заниматься. Выступал на соревнованиях 86-87, я же ездил на лыжах 32 километра туда и назад, ни одного дня не пропустил. Я триатлоном хотел заняться, плавание 750, 20 километров велосипед и 5 километров бег. Я в Харькове был. Посмотрел, там по возрастным группам выступают. У меня результаты, конечно, выше. Ну, там моего возраста никого не было. 56 лет один был человек, 54 один, а то были моложе все совсем. 50 лет, у меня то радикулит разные, знаете, болячки эти. Наш спорт тоже, знаете, нагрузки большие делать, тоже сильные спортсмены болеют тоже. Суставы все это дело. Мужчинам я рекомендую. Утром встал в постели и велосипед. Просто в постели ножками. Так, лег. И... Я, например, сегодня 150 раз там крутнул. Ну, можно по 150 раз, 2-3 раза делать. Прессик потренировать немножко. Приседания обязательно. Поприседать. Ну, я приседал. Я в армии присел, не на спор, а у меня друг там был. Сколько раз? Я 1100 раз присел за 18 минут. Выиграл бутылочку ситра и печенье пачечка.